Всем здарова, чуваки, с вами я, PandaFX, наша топовая рубрика продолжается, четвертая серия, о май гад, невозможно в это поверить, шок, сенсация, 100% монтаж невозможно. Фух, вроде как все сказал. Рубрика продолжается благодаря вашей активности, 30 тысяч лайков и пятая серия, опять же, не заставит себя долго ждать. Чуваки, я перечитал много комментариев и дохренища людей просили, чтобы я поставил Игоря Акинфеева вместо Льва Яшина. Окей, он никак на сыгранность не влияет, поэтому с этого выпуска у нас будет стоять Игорян. Ну что, это очень крутой чувак. Высокие коэффициенты, 1xbet, большие выигрыши, 1xbet, самые быстрые выплаты, 1xbet. Ну и давайте же познакомимся с нашими новичками. Эммануэль Мамана, крутой ЦЗшник, но он у меня будет играть на ЛЗ. Дальше у нас идет Ризуан Мирзов, крутая мотым карточка с довольно-таки неплохими статами. Федор Чалов, он будет играть у меня на форварде, хорошее завершение, неплохая сила, я надеюсь, что он будет тащить. Дальше у нас идет Сергей Игнашевич. Здорово, братан. Любимчик Форза Резора Александр Самедов. Пошел нахуй! И Игорь Смольников. Вот таким вот образом выглядит наша команда. Рейтинг 80. Дальше больше. Голкипера еще не считаем. Это как отдельная территория. Ну и, собственно, давайте найдем нашего первого соперника. Пойдем, Котевич. Кофеек, ребятки, с печенюшками. Вот это мой стиль. Кстати, мой трезвый образ жизни продолжается до сих пор. Вы можете заметить, по частоте выхода видеороликов уже как 10 дней я не пью. Вот такой вот я чемпион. Так, первый соперник на сегодня. Ага, я вас понял. 4 игрока с улучшалками, 2 в аренде. Чё-то какая-то залупа ссаная. Ну что, ребятки, полетели. Чалов, первый удар по воротам, ну-ка. Ребятки, Чалов просто вышел и зарешал. Так, возможно, это будет наша будущая легенда. Поехали, блять, 1-0. Да, ребятки, что-то я не ожидал такого начала. Чалов просто с первого касания заебенил в девятину. Что-то соперник меня как-то медленно возить начал. Мне это совсем не нравится. Фу, Джикия, просто герой. Я чувствую, что в защите у меня как-то все не очень. Собачья жизнь. Я не знаю, при чем есть собачья жизнь, но счет 1-1. Ставь лайк, если тоже макаешь печеньку в чаек. Ладно, ребятки, мы немного обосрались в защите, но надеюсь, что это не помешает испортить нам кураж. Головин, Чалова, Чалов. Ты зарекомендовал себя просто охуенно в начале, поэтому давай еще один лонгшотик ебнем. Я вот так вот сделаю, потом вот так вот сделаю, потом наверчу на дрэгбеге, вот так вот сделаю и в дальний. Блять, охереть! Он мне нравится, этот парень просто охуенный. Так, Марков. Марков, это, возможно, твой последний матч, поэтому ты можешь красиво уйти. Так, вот нам бы не обосраться здесь, блять. Ну, конечно, не догнать, а нет, Самедов! Красавчик! Что у тебя по навесикам? Давайте заценим навесики Мирзова, Чалов! Блин, выиграл вверх. Еще и травму получил, эй. Брынки, ебаный, еще и прошелся. Так, Марков. Блять, какой жамес, блять. Ну, ребятки, меня из выпуска выпуск бесит, что у меня вечно мячи, блять, в защите и опорке отнимают люди, которые не должны этим заниматься. О, добрый вечер, блять. Это называется добрый вечер. Игнашевич против Решварда. Господи, как же это выглядит жутко. Нет, нет, ну пожалуйста, кто-нибудь из защиты. Выноси Самедов. Так, вот наш шанс. Вот наш шанс, Головин. Эй! Судья, ебаный продажный кусок говна, блядь! Судья продажная! Где фаерплей, бля? Я чаек хуярил. Так, Чалов. Блядь, Бюрки! Успокойся! Самедов, покажи, как ты умеешь вешать! Ух! Блядь! Марков, ты че, бля, там спину себе не сломал? Мельгареха, покажи свои лонгшоты. Ебать, Бюрки. Так, смотрите, показываю один раз. Оп-оп. Оп, оп, так задумано было, так задумано, так задумано и... Ребятки, видали, блядь? Вот, вот что значит мастер-класс. Мастер-класс. Джикия, красавчик, блядь, головой. Не, ну вы видели, как Самедов на чекане такой, оп, лови, дружище, тот навес и голешник. Ребятки, все так и задумано. Если вы подумаете, что это какая-то чистая случайность, то... Вы не правы, всего доброго. Так, Стерлинг, подачку делать нет. Твою мать! Ну твою мать! Ну чё это за хуйня? Навес на навес это нечестно. Ладно, 2-2, играем дальше, блядь. Соперник на спидах. Это понятно, будет ебошить до последнего. Чалов, еще один момент. Бля, ну Бюрки, куда не ударь, везде, блядь, нахуй. Нахуенно, просто охуенно, блядь.
Сейчас можно вообще обосраться, но Джикия, блядь, не хочет проебывать. Кстати, а почему Джикию не взяли в сборную? Я что-то как-то не задумывался об этом, но вот после этого матча задумался. Чалов! О боже, куда ты даешь? Я не на него давал! Просто заканчивай! Я хуею! Ребятки, новые правила позволяют делать замены, поэтому Никифоров и Шамуродов... Это теперь мои два форварда, которые, надеюсь, затащат сейчас. Головин! Да ёбаный Бюрки! Набиуллин! Набиуллин, штанга! Добей! Да, Шамуродов! Вот он, блять, нахуй! Легенда канала 3-2, последняя минута! Никакого дополнительного времени, иди нахер! Блин, Набиуллин, конечно, отлично стрельнул, от штанги отскочило, да, я понимаю, но Шамуродов взял и замкнул, легенда просто! Лучший игрок матча у меня Чалов, один горешник, Головин дал 2 ассиста, Набиуллин, кстати, тоже ассист дал, то есть замена сработала. Классика, да. Ну что, ребятки, пора прощаться с игроками. Уходит сразу 4 чувачка. Первым будет Евгений Марков. 3 голешника, 5 ассистов. Для его рейтинга, для его стат он сыграл просто великолепно. Дальше у нас уходит Мельгареха. Тоже довольно-таки неплохо проявлял себя. Джикеп, волшебник, голешник, который он забил в прошлом матче. Просто шедевр. Ну и Александр Головин. 2 голешника, 4 ассиста. Ну, по факту он сыграл где-то 5-6 матчей. Там были читеры, дисконнекты. Поэтому, что я могу сказать? Даже карточка с рейтингом 76 у него охерительная. Ну и давайте же знакомиться с новичками. Рейтинг 81, Ахмед Муса. Рейтинг 82, Алексей Березуцкий. Рейтинг 83, Олег Шатов. Я думаю, что многие даже не догадывались, что такая карточка существует. Ну и рейтинг 84, Квинси Промас. Ну и в итоге вот таким вот образом выглядит наша команда. И давайте же найдем нашего второго соперника. И тут у нас серия А плюс Пирло. Интересно. Ну что, ребятки, давайте посмотрим, на что способна серия А. А я в свою очередь покажу, на что способна РФПЛочка. Так, Александр Самедов. Я думаю, что ты сможешь, братан. О, ну почти, кстати. Тэ! Слышь, Каларов, блядь. Ой-ой-ой-ой, это что за провал? Фуф. Повезло, что он просто не попал в створ, потому что Игорь там уже был беспомощен. Оп. Видал? Блядь, чуть не залетело, сука. Конечно, по традиции сейчас, блядь, какой-то ебаный Спайдермен Суперменович будет на воротах стоять. Упс. Дело пахнет жареным. Ой, пиздец, чуваки, соперник меня уже второй раз прощает. Охренеть. Я просто не понимаю, как с такой позиции... Можно промахнуться, ебанись, Белоти или кто там бил, я не знаю, блядь. Так, ладно, надо пользоваться тем, что соперник проебывает такие моменты, бля. Инсини отталкивает Самедова. Самедов, что ты за дрыщ такой, блядь, хочется спросить. Что, аж тебя Инсини, блядь, с ростом 1,60 это отталкивает, и да, 1-0. Ну, заслуженно, окей, Пирло, блядь, уничтожает. Самедов, ну-ка, навесик. Бля, Самедов, что у тебя с навесами, блядь? В сборной вроде только ты и подавал, блядь. Какого хера у тебя так все плохо? Ну все залетать начало. Просто, блядь, сначала нихера не залетает, а потом, блядь, с какой бы позиции не ёбнул. Гол, блядь. Ну вы посмотрите, как все проходит. Просто, блядь, нахуй, идеально. Просто идеальнее не придумаешь, блядь. Стояла бронза, играли как бойцы, блядь. Поставил, нахуй, информы, золотые карточки и сосут хуи, блядь. Сдаваться тоже не хочется, поэтому давай, Чалов, покажи. Блять, ебать, меня скосили. Меня просто уничтожили, нахуй. Морально, дизморально. Вот таким вот образом. Давайте сейчас с легкого прострела забьем. Я не знаю, что говорить. Охуеть. Он, блядь, Перин просто, нахуй, вытащил, блядь, с одного метра. Удар. Все, первый тайм заканчивается. Это просто какая-то ебаная лютая дичь, блядь. Охуенно. 3 удара, 43 гола. Вот такая вот статистика у моего соперника. Вратарь, конечно, сегодня не в лучшей форме. Короче, ребятки, выходит Шамуродов и Головин. Головин, хорошо. Поборолся, чувствую я уже настрой охуеннейший. Так, хорошо. Шатов, 3-1. Ребятки, мы очень вовремя забили голешник. 48-я минута, еще ничего не ясно. Не, ну как бы ясно, но я сделал вид, что ничего не ясно. Бля, Игнашевич, конечно, пиздец, как по скорости проигрывает. Это его главный минус. Акинфеев, хорошо. Первый сейф Акинфеева, спасибо тебе за это. О! Так, ребятки, хорошо, второй тайм у нас начался очень даже замечательно, скажем так, поэтому надо продолжать в том же духе, пока что прет. Так, хорошо, Березуцкий, кто? О, блядь, чуваки, Березуцкий чуть лонгшот не забил.
Так, соперник немножко обоссался. Я уже вижу, он начинает туда-сюда перепасовываться. Ну да, конечно. 4-1, все. С этой секунды шансы проебаны. Ну, да. Меня давят просто по полной. О, бля, понятно. Давай сейчас. Ну все, это эпогея. Просто это. После этого можно ливать, реально. Ну, то, что вы сейчас увидели, это просто. Это просто гробит все мое настроение к хуям собачьим. Что я только что пропустил, блять? Кто мне объяснит? Ну, пиздец, жопой в свои ворота, промас. Гол жопой! Потом, пересматривая видео, я увидел, что это Игнашевич забил в свои ворота. Ну, ему не привыкать, как говорится. Так. Шамуродов! Ну, Шамуродов, блядь, в своем стиле. Без голешника наша легенда не ушла. 2-5. Шамуродов забивает, но, к сожалению, это нам вряд ли чем-то поможет. Шамуродов! Блядь! Мог сейчас еще один голешник забить, но голкипер, как всегда, блядь, на высоте у моего соперника, блядь. Все, конец матча. К сожалению, мы проебываем, блядь. Не могу сказать, что соперник был какой-то сверхсильный. С этого выпуска я, наверное, не буду давать плюс одного игрока за матч. Буду менять только если будет победа. Поэтому пока что от нас уходит два игрока. Это Мирзов и Мамана. Надеюсь, вам эта серия понравилась. С вас опять же 30 тысяч лайков. И следующая серия выйдет в ближайшее время. Спасибо всем за просмотр. Спасибо за поддержку. С вами был я, PandaFX. И всем хорошего настроения. Покедова.